России, черный пояс второй дан, чемпион Европы и Африки. Представляю Киокушин профи, город Москва. Тренируюсь с 2004 года под руководством сенсея Виктора Викторовича Горна. Калина, мастер спорта, первый дан, медалистка чемпионата мира, чемпионка Европы, многократная чемпионка России. Занимаюсь карате с 2009 года под руководством Виктора Викторовича Горн в городе Москве. Босс! Саша Борисович, медалист чемпионатов России, Европы и мира, обладатель черного пояса первый дан. Занимаюсь карате с 2003 года. На данный момент под руководством сенсея Виктора Викторовича Горна. Спорта. Первый кю. Двукратная чемпионка первенства Европы, чемпионка России, неоднократная чемпионка города Москвы. Занимаюсь карате с 2010 года под руководством сенсея Виктора Викторовича Горн. Я Максим Владимиров. Мне 21 год, являюсь мастером спорта России. Чемпион России, Европы и Африки. Занимаюсь карате с 2005 года под руководством Виктора Викторовича Горна. ОС. Я Чулина Ульяна, кандидат мастера спорта. Первый кю. Призерка первенства мира, чемпионка первенства Европы. Занимаюсь карате с 2007 года под руководством Виктора Викторовича Горна, город Москва.